Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні до нас завітали Олександр Єгоров, директор Миколаївського регіонального літературного клубу «Фенікс», та Яна Ніколенко, виконуюча обов'язки директора Миколаївського регіонального літературного клубу «Фенікс» у місті Львів. Вітаю вас! Добрий день! 26 січня відбувся перший регіональний конкурс патріотичної поезії імені В'ячеслава Козлова, ветерана журналістики, постійного заступника голови Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України за останні два десятиліття і активного учасника публікації в «Південній правді». Тож сьогодні ми хотіли б більш детальніше познайомитись з заходом, який ви провели та організували, але перед тим, як ми розпочнемо нашу співбесіду, пропоную переглянути наступний сюжет. Журналіста, поета В'ячеслава Козлова не стало півроку тому. Аби вшанувати пам'ять відомого миколаївця, регіональний літературний клуб «Фенікс» за підтримки Агенції розвитку Миколаєва вирішив організувати конкурс, де б звучали не тільки вірші В'ячеслава Козлова, а й інших українських авторів. Тематика патріотична. Поэзию мы брали патриотическую, так как любовь к родине, любовь к нашему Николаеву – это очень важно. Потому что мы считаем, то, что если мы будем любить свой город, свою страну, то мы действительно сможем сделать не там Европу, а у нас, в Украине. Оцінювати конкурсантів, а це читці та вокалісти, буде суворе і компетентне журі, до складу якого увійшли відомі актори-викладачі. Я рада, що в нас росте очень грамотная, очень культурная молодежь. Это прекрасно. Жизнь Украины в ваших руках. Здавалось би, подібних конкурсів проводиться в Миколаєві достатньо. Що змінить появу ще одного? Ті події, які відбуваються в державі, сьогодні налаштовані і діти, і молодь на те, щоб сказати – Україна одна, єдина наша батьківщина. На підтвердження слів виступи учасників. Вадим – студент філії Університету культури. Почув про конкурс від свого викладача. Обрав поезію Віктора Баранова «До українців». Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці? Поважаємо учасникам удачі і добрих відгуків журі. Підтримку залу вони вже мають. Олександр, Яно, розкажіть, як прийшла сама ідея створити регіональний конкурс патріотичної поезії? Насправді ідея прийшла дуже простим образом. З Олександром ми давно знайомі, але так вийшло, що вирішили зробити щось цікаве у Миколаєві саме тоді, коли я приїжджала зі Львова сюди. І так вийшло, що ми зібралися з ним і вирішили поговорити, що можна зробити взагалі. Почали згадувати, що було, що не було. І прийшла ідея, що регіонального конкурсу в нас так ближнім часом ще не було. І тому вирішили саме зробити такий конкурс і дати йому таку назву на честь Козлова саме, бо це така дуже цікава людина і дуже значуща людина для нашого міста, і це було б дуже добре назвати в його честь конкурс. Патріотичний, тому що дуже давно в нас не було таких конкурсів, і ми вважаємо, що це дуже корисно для нашого міста, для наших молодих людей зробити конкурс, який буде показувати любов до батьківщини. А розкажіть, хто саме приймав участь у заході? Це були дуже різні люди. Це були ученики шкіл, це були школа Гіпаніс, 22-га школа, школа номер 7. Також були студенти, які представляли Національний університет імені Петра Могили. Потім була також школа муніципальний колегіум. І також був філіал культури мистецтв. От. Це було... Учасники були віком від 11 до 23. А скажіть, як взагалі можна було дізнатися про проведення цього конкурсу? Чи це ви афішували десь?
Як можна було? Значить, дійсно, ми подавали реклами в Ніколаївські газети, які також продавались в наших кіосках. Також ми подавали об'явлення по СМІ, це телевидение, мы тоже делали небольшой анонс. Также подавали, значит, объявление о проведении конкурса в интернет-издание нашего города. И, в общем-то, отправляли положение по департаментам культуры и образования нашей области. Зрозуміло. А теперь расскажите про сам конкурс. В каких этапах он складався? Значит, конкурс... Это, честно, для нашего города, на самом деле... Это был один из небольших, но очень важных проектов. И действительно, разработка его не составила большого труда. Единственное, что нам нужно было, это наша дружная команда, которая действительно помогла нашему клубу реализовать этот проект в нашем городе. Значит, первый из этапов, это главное было рассказать жителям нашего города, нашей молодежи, студентам, то, что вот у нас такого-то числа, в такое-то время проходит это мероприятие. Следующее для нас было небольшой проблемой, это нужно было найти призы, которым мы будем награждать 7 февраля наших конкурсантов, также и участников просто, и победителей. Значит, потом нам нужно было найти зал, где будет проводиться свое мероприятие. С удовольствием нам навстречу пошел, значит... Университет имени Петра Могилы приняли, так сказать, под крыло взяли. И провели мы этот конкурс вот как раз 26 января в 11 утра в актовом зале главного корпуса чину имени Петра Могилы. Розумію. Тобто 7 лютого ви будете нагороджувати учасників. Да. А які подарунки будуть, якщо не секрет? Это не секрет. Значит, в наши подарки для главных победителей, это первое, второе, третье место, они получают дипломы от нашего регионального клуба «Феникс» и также призы от нашего партнера «Мультиплекс Николаев». Это билеты в кино на любой сеанс, на любое время, на любой фильм. То есть эти билеты не ограничиваются в течение всего февраля. Дуже цікаво. Тобто «Мультиплекс» також є вашими партнерами, да. Так? Добре, а тепер розкажіть про журі. Хто судив ці поетичні баталії? Хто оцінював? Значить, главою журі у нас була просто великолепна актриса. Дійсно, це жінка, як я говорю, завжди і везде, которой всі возрасти покорні. Значить, Сталін Васильна Лагашняк. Совсем недавно вона ще була завтрупою Ніколаївського Руського академічного театру. Буквально недавно, вот буквально в декабре, вышел новый фильм, там, где она снималась. Это фильм Оксаны Байрак «Плюс 40». Действительно, актриса очень талантливая. И когда она сидит в жюри на таких вот мероприятиях, на таких вот фестивалях, приезжают студенты и видят ее, сразу у всех пропадает паника, все перестают нервничать, видят. Сталина Васильевна сидит, все. И все сразу рады, потому что знают, что человек понимающий, а когда понимающий жюри, для участников это самое главное. Также в жюри был языковед, это Татьяна Сегал, и доцент филологии и заведующий факультета журналистики университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова. А вы были как организатором, чи теж? Як учасники, чи нет, мы были просто организаторы, потому что если раньше, к примеру, Яна была во Львове, а я себе как организатор имел право позволить также поучаствовать в каком-то из конкурсов, фестивалей, то на сегодняшний день я понимаю то, что такого делать больше нельзя, потому что если организаторы принимают участие в своих же конкурсах, ну, это считаю, что это уже не совсем честно. То есть единственное, что мы можем провести, это мы можем быть ведущими, мы можем сказать несколько слов, пожелать нашим гражданам чего-то хорошего, пожелать победы, уверенности в себе, в общем-то, но ни в коем случае не участвовать. Зрозуміло. Расскажите, як выступали конкурсанты? Серьезный вопрос. Значит, когда выходили дети, особенно младшего поколения, это 11-12 лет, было видно то, что нервничают немножко, то, что некоторые были в первый раз на сцене, и это было заметно. Сцена
была довольно большая, это был актовый зал в главном корпусе Петра Могилы, и действительно сидит перед тобой 250 человек, ты смотришь в зал и понимаешь то, что «а вот если я забуду, а если что-то случится?» Конечно, для детей это небольшой барьер, через который они смогли пройти. В общем-то, все остальные участники выходили, читали как и свою поэзию авторскую, так и поэзию классиков-современников, как мы говорили, от Шевченко и до Костенко. А какой мовой декламували? В общем-то, мы не ставили ограничения, потому что мы считаем то, что любовь к родине не делится на языки. То есть любить наш Николаев, любить свою Украину, свою страну можно на любом, неважно, это будет французский, английский, русский или украинский язык. Главное, чтобы чувства были искренние. А вообще, значит, конечно, большинство декламаций было на украинском языке, но если мне не ошибает память, 7-8 человек, точно выступление 7-8, было на русском языке. Олександр, ти так гарно говориш. А чи можеш ти нам зараз продекламувати щось? Можливо, вірш чи прозу? Ну, дуже цікаво. Ну, возможно, якщо отривочок моєї любимої поетеси Ліни Костенко, ну, якщо українська поетеси, угу. Крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає полі, то буде воля. Немає пари, то буде хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має? А крила має? Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Дуже гарно, Олександр, дякуємо. Спасибо. Так, а тепер розкажіть, чи були присутні, відомі особи з нашого міста? Дійсно, на цей проєкт, на відкриття регіонального патріотичного конкурсу імені В'ячеслава Івановича Козлова прийшли, в общем-то, я не можу сказати то, що, от, к примеру, були присутні начальник обласного управління культури, національності і релігії Михайло Федорович Димитров. Но я не могу сказать то, что как для участников он пришел как учильник культуры в нашей области. А для нас, организаторов, для членов жюри, можно сказать то, что этот человек пришел почтить память Вячеслава Ивановича. Потому что Михаилу Федоровичу не раз приходилось работать с этим человеком. И, в общем-то, он считал для себя долгом прийти и что-то сказать приятное об этом человеке. Также на это мероприятие пришли начальник отдела культурно-художественной работы городского управления культуры Елена Болдусева, главный специалист высшей освиты управления по работе с молодежью департамента областного науки, образования та молодежи Николаевского областного городской администрации. Областной государственной администрации Коба Евгения Александровна и первый проректор чину имени Петра Могилы Трунов Александр Николаевич. А що мені цікаво, ось ви вирішили створити такий захід, провести конкурс, чи були у вас партнери? Конечно, в общем-то, нашим главным партнером являлся ресурсный центр громадських ініціатив. Также нашим партнером был мультиплекс Николаев, так как люди помогли, в общем-то, с призами, а это для нас на самом деле, ну,
Для культурных проектов, для литературных фестивалей найти призы довольно сложно. К примеру, если раньше мы работали с Буквицей, с какими-то книжными магазинами, с Киева могли нам привезти какие-то призы, то сейчас, конечно, повышаются цены на все, и призы достать довольно трудно. Но, в общем-то, что еще хотелось бы сказать, ну, это больше касается к прошлому вопросу. В общем-то, этот фестиваль не прошел даже без, скажу на украинском, уваги. Значит, нашего губернатора Алексея Юрьевича, потому что человек тоже патриот, действительно, который любит Украину, который подает нам всем пример, не только, извините, молодежи, но и всем нашим чиновникам. Никто не забудет его фест про отжимания на плацу. То есть, в общем-то, да, человек тоже, к сожалению, не смог приехать сам, но мы с ним утром встречались, написал письмо, передали, и оно было зачитано на своем мероприятии. А чи варто чекати нам регулярного проведення цього конкурсу? Чи будете ви розширюватись? В наших планах є розширення, тобто ми плануємо проводити конкурс, але ми ще думаємо як. Тобто в нас є в планах провести фестиваль у Львові, але це буде більш масштабний фестиваль, який буде, можливо, всеукраїнський. Ми ще думаємо, можливо, будемо брати нових людей в команду і продумати план дій. От. Але 100% також буде продовження у Миколаєві, мабуть, вже в наступному сезоні. Добре. А підводячи підсумки конкурсу, чи зробили ви для себе якісь висновки? Я лично для себя сделал, в общем-то, такие выводы, то, что действительно нашему региону, Николаевской области, да и вообще всей Украине, действительно нужны такие проекты патриотические, но это не говорится то, что, к примеру, то, что касается сейчас нашего положения в стране. Это говорится патриотизм к своей земле, к своему городу. То есть любить свою страну должен каждый. Потому что, знаете, как очень-очень давно сказали, страну, как и родителей, не выбирают. Ты тут родился, и ты обязан любить ее, потому что она дала тебе жизнь, дала тебе дом, дала тебе работу, обучение и все твое будущее. Ну і до тебе от запитання таке. Як ти вважаєш, треба щось в Миколаєві змінювати в плані культурно-молодіжного руху? Це безоговорочно, тому що, к сожалению, большинство нашої молодіжі, значить, круг вообще развития культури в нашому городі очень сделан минимальним. Для нашей молодежи, ну, я не могу сказать то, что для всей, но для большинства, культурное мероприятие, культурно-массовое мероприятие – это прийти в какой-то барчик, что-то спеть под гитарку, что-то прочитать с кружкой пива. И это для них культура, но это не культура, действительно. Это аматорство, это дилетантство, но это не культура. Мы призываем уже практически полтора года всех граждан города, не только молодежь, но уже и людей постарше, создавать какие-то проекты. Мы никогда никому не отказываем. Действительно, к нам приходят люди со своими идеями. И вот совершенно недавно пришли группа студентов, 17, 18, 19 лет, и говорят, вот мы хотим сделать такой проект. Но мы не знаем как, мы не знаем, к кому обратиться, где достать разрешение на это все, где достать сцену. И мы же не отказали, мы говорим, действительно, давайте, хорошая идея, давайте будем все с этим работать. Будем работать с этим проектом, нам нужно на это, к примеру, 2 месяца, и через 2 месяца мы представим вот там, к примеру, на Советской. Там в Каштановом сквере, если это было зимой, там можно было представить возле елки, а летом, в общем-то, мы представляем это по центру Советской, мы выставляем сцену буквально каждый месяц. А если, к примеру, делать поменьше какое-то мероприятие, то это Каштановый сквер и, в общем-то, наша площадь перед горсоветом. Яна, скажи, ти навчаєшся у Львові. Чи ти проводиш в Миколаєві якісь ідеї, притаманні тому регіону? Запроваджуєш їх у ваші заходи?
Так, ну тобто, чи впроваджую у Миколаєві такі заходи? Так. Так, ну насправді цей заход був такий перший, який я тут робила, тому що у Львові я живу тільки от другий рік, це в зв'язку з навчанням. І в принципі хотілося б, я бачу, як розвивається Львів, що львів'яни роблять для свого міста, і бачу, що насправді все, що є у Львові, то робиться саме жителями цього міста для самих себе і для свого міста. Тобто, і мені б хотілося, щоб так само і наші миколаївці робили, тобто проявляли свою ініціативу заради того, щоб зробити місто набагато краще, набагато культурнішим, там чистіше і так далі. Тобто, я думаю, що це я буду розвивати, як буду приїжджати щось робити, спілкуватися з Сашою, підтримувати громадських діячів тут і так само підтримувати з ними контакт. Але ну, через те, що мало проводжу тут часу, то в принципі немає такої можливості. Але у майбутньому сподіваюся, що буду цьому сприяти, якось давати якісь ідеї. В принципі, зараз же нас так скомпактувалися ідеї, які ми будемо робити. І я думаю, що це буде дуже класно для нашого міста і буде, ну, в нас є велика перспектива тут. Ну, Яна сказала, що вона буде підтримувати Сашу. Саша, ти будеш підтримувати Яну? Звісно, ми будемо підтримувати друг друга. І хотілося б навіть вот чуть доповнити. Як ми вже говорили неоднократно, головна ціль перед Миколаївським регіональним клубом «Фенікс» стоїть присвоїти, значить, Миколаєву, щоб Миколаїв отримав звання молодежной столицы Украины до 2020 года. И мы огромными скачками, хорошими успехами идем к этой цели. Потому что, к примеру, в прошлом году мы открыли филиал в Херсоне и Очакове. На сегодняшний день уже мы имеем филиал во Львове, которым заведует Яна. Значит, во Львове это будет немного интересней, потому что я думаю, то, что Николаевский региональный клуб «Феникс» будет проводить во Львове одни из самых масштабных своих проектов, потому что я считаю то, что львовские поэты, львовские писатели – это нечто необычное, потому что на юге Украины мы чуть-чуть с другими понятиями о писательстве, о какой-то культуре, о поэзии, чем, к примеру, думают поэты во Львове. Поэтому мы хотим, уже сейчас у нас стоит проект, который мы надеемся выпустить в апрель-май. Это будет всеукраинский фестиваль поэзии во Львове, патриотической поэзии. И я думаю, то, что у нас все это получится. Мы будем сотрудничать с Киевом. И также в августе месяце мы уже подготавливаем документы к открытию филиала в Одессе. Чого такі серйозні у вас плани? Так, а скажіть, яка зараз головна мета перед вашим регіональним клубом стоїть? В общем-то, на этот вопрос я чуть раньше уже ответил, да, то, что наша главная цель – это получить для Николаева. Я зрозуміла, да. Ви хочете розширюватись, так? Розширювати конечно, свої конечно. Межі. А мені цікаво, заходи та конкурси будуть ще проводитись на території нашого міста? І які Действительно, саме? Действительно, хороший вопрос, потому что, я так скажу, когда клуб только открывался, мы начинали с небольших кампаній, с небольших літературних вечеров на базі каких-то ресторанов, на базі каких-то арт-кафе. На сегодняшний день мы уже вышли на уровень международных фестивалей. У нас первый наш фестиваль международный вышел 8-9 октября. Назывался он «Серебряное веко силуэт». Дальше на год 2017 до лета, то есть до июля месяца, мы готовы выпустить два всеукраинских и один международный фестиваль еще. Вот, то есть весной и в июне месяце. С июля до декабря у нас уже будет немного другая программа, на которую мы рассчитываем тоже сделать несколько международных проектов и несколько всеукраинских проектов. И действительно, на сегодняшний день у нас стоит небольшая идея. Я думаю, это будет для всех интересно. То, что
Я думаю, это будет или сентябрь, или июль месяц. Мы соберем всех организаторов, то есть с Николаева, Львов, Одесса, Херсон, Очаков. Мы соберем все наши филии в Николаеве и сделаем какой-то массовый проект. Мы представим, для начала это будет в течение 3 дней. В первый день мы представим нашу работу за проделанный год. И остальные 2 дня это будет какой-то фест. Это, в общем-то, все еще в разработке, но я думаю, то, что это будет масштабно, красиво, и молодежь поймет, то, что действительно стоит заниматься чем-то, чем просто сидеть дома. Так, а ми будемо залюбки слідкувати за конкурсами, заходами та подіями, які організовує ваш клуб. Олександр, Яно, я вам дякую за чудову співбесіду. Я нагадую, що у нас в студії був Олександр Єгоров, директор Миколаївського регіонального літературного клубу «Фенікс», та Яна Ніколенко, виконуюча обов'язки директора Миколаївського регіонального літературного клубу «Фенікс» у місті Львів. Тож, дякуємо, що ви були з нами. В ефірі була програма «Це вас хвилює». До побачення. До побачення.